Краскове проверили готовность котельной к осенне-зимнему отопительному сезону. Котельная 2017 года постройки обеспечивает теплом и горячей водой 6 многоквартирных домов и детский сад. Перед началом отопительного сезона провели ревизию насосов и задвижек, проверку приборов измерения и гидравлические испытания. В городском округе работает 81 котельная. Все они готовы к осенне-зимнему периоду. В домах отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха опустится до плюс 8 градусов. В первую очередь мы пускаем тепло. Это социальная сфера, это сады, это школы, это больницы, это поликлиники, ну а потом жилой сектор. Наши жители очень быстро реагируют, если, скажем, холода, нет тепла или там еще какие-то проблемы, пишут, мы тоже на это реагируем. Поэтому мы, по сути, к зиме готовы. Ну, все зависит теперь от погоды.